Хабаровский рубль столовой котлеты встретился с Франклина капустой хрустящей, а уйдя, переваривал. Вот примерно такие ощущения меня посещают после прослушивания выступления Александра Уткина, которого я приглашаю на эту сцену под ваши бурные аплодисменты. Саша! Я прочитаю вам стихи. Плохо. Специально. Я эмоциональное дерьмо. Не нужно проверять, не приближайтесь. Я зачитаю с 10 шагов письмо, написанное кровью обстоятельств. Любовь. Любовь. Любовь не мент, не лезет в паспорта. Она как бог. В нее все меньше верят. Мы проскочили за год 3 поста, но на великом тормознули звери. Плевать, я все равно тебя люблю. Очередями обесцеленных окурков, да, я опять за старое курю. Самоконтроль, побасенка придурков. Любовь — это невероятный Халк! А если сериал, то доктор Хаус диагностировал ее любой дурак. Да только что от тех диагнозов осталось? Любовь не боль, не просто тошнота, симптоматичное лечение невозможно. И мне плевать на пену изо рта, твое беспамятство ожогами по коже до обоюдной дрожи, одеял до мерзлоты, когда зашкалил ртутный. Я столько раз во сне тебя терял, что просто не поверил этим утром. Философская лирика. Три гондона. Или магазин любви. Что хотите? Магазин любви или три гондона? О, все философское. Три гондона. Я так и думал. Надо бы прочитать магазин любви, конечно. Это был бы интересный ход. Но нихера. Это что же за такое? Безопасный типа секс. 3 кондома 200 стоит. Сталина на вас, блин, нет. Ладно я. Да мне гондонов этих хватит до весны. А вот как там регионы? Они что, сосать должны? Выступал сегодня Путин. Я вопрос хотел задать. Как в конкретных регионах будут с сексом поступать? Взять хотя бы, ну, Самару или ту же, скажем, Тверь. Как там с сексом? Безопасный? Возьми, слетай, проверь. Если нет в стране резины, я готов отдать свою. Да берите прям с машины 4-летних. Отдаю там тупо, посчитайте. Вам что, калькулятор дать? Материнских капиталов денег хватит, чтобы раздать. Сделайте презервативы. Век, блин, нанотехнологий. Сохраним в стране активы. И бабам нервы сэкономим. Как я? Да это она пишет, как я? Как я? Мне кажется, ты это знаешь. По неприличным скриншотам и фоткам с меня причитается, ты причитаешь. Если я идиот, кто моя идиотка? Я буду чистым, покорным, опрятным, культурным. Побольше б таких на планете. Я стану во всех отношениях приятным. У нас будут суперстихи, супердети. Что я не способен? Да ладно, послушай. Я не уступаю, хотя оступаюсь. Я истекаю в душе, а не в душе. Я не покупаю. Хотя покупаюсь. Где я? Васильевский. Очень красиво. Подушка плаксива насквозь пропиталась, а у меня только остров лосиный. Да, я не читаю, а ты начиталась, ты насмотрелась на все это чудо. Чисто в квартире, победа за пиром. Все порнозвезды, бомжи и паскуды. И я в этот ряд. Равнение, смирно!
Ты остаешься космически правый. И я остаюсь совершенно бесправным. Сильный удар — это риск новой травмы. Ври в сотый раз про какую-то правду все эти правды. На лбах и на кухнях, в каждом пятом углу, в каждом первом стакане риторически лезет. Кто все эти люди? Я последний. Скажи, чтобы не занимали. Саша, благодарю тебя за эту великолепную экспрессию. Александр Уткин, под ваши аплодисменты.